Другим темам. Уверенную победу на выборах губернатора Иркутской области одержал коммунист Сергей Левченко. Буквально только что стало известно, что обработаны все бюллетени, и у него более 56% голосов. У действующего главы региона, единоросса Сергея Ерощенко, на 15% меньше. Явка составила чуть более 37%. В воскресенье в Иркутской области состоялся второй тур выборов. В первом он прошел в единый день голосования, 13 сентября. Ни один из претендентов на губернаторское кресло не смог набрать необходимого количество голосов. Единороссы уже признали поражение и поздравили Сергея Левченко с победой. Ранее обоих кандидатов, как людей достойных, охарактеризовал президент, который отметил, что неизбежность второго тура является хорошим знаком, свидетельствующим о зрелости политической культуры, и говорит о том, что борьба была открытой, честной и прозрачной.